тебе будет счастье. Статус «Все сложно». Что это? Расскажите. Нет, это на самом деле все сложно. Сложно разобраться в процентном соотношении. Серотонин, видите, тироксин и даже эндорфин 25%. В принципе, наоборот, все хорошо. Просто не, человеку несведомо, как бы в гормональной, да, вот этой системе, будет непонятно. Окситоцин отсутствует, парад гормон в норме. Вот, то есть теоретически я вообще мужчина в самом расцвете сил, вот с хорошим гормональным статусом, такой доминирующий самец, да, но это так зашифровано, чтобы не все поняли, а только те, кому это адресовано. Вау! Молекула эндорфина, даже, скажем, дофамина, одна жирная, хорошая такая. Мне очень нравится движняк сейчас, что какой-то есть, потому что какой-то период был затишье, как-то тогда мы все не работали, залы были закрыты, а сейчас все как-то распечаталось, и как будто, ну, заново, да, люди вот хотят все-таки получать удовольствие, радоваться, и это чувствуется, что немножечко народ все еще как бы соскучился, вот, и хочет, сказать, еще больше отдаваться радости. А были ли случаи, когда уже вы стали популярным, известным, и вас тоже куда-то не пустили, не узнали, может? Нет, это только у Пола Маккартни было, что его на концерт рэпера не пустили, да. Я думаю, блин, самого богатого музыканта в мире не пустили на концерт какого-то малоизвестного рэпера. У меня такого не было, я как-то худо-бедно узнаваем всегда, вот. Нет, везде. Особенно чем дальше от Москвы и Питера, тем больше узнаваем. Вот, поэтому, ну, я и не хожу в клубы, потому что я понимаю, что, как бы, ну, если это, ну, не какой-то очень такой private, закрытая ситуация, а я люблю сам такие форсить ситуации, там, какой-нибудь, там, лофт снять, причем я не пью, я там ничего не употребляю, мы навариваем чаев разных, там, шпуэр, там, всякое разное, да, там, дахумпао, пьем чаи, там, сами там какое-то музло, там, я могу играть на перкуссии, там, диджей, все. То есть какие-то такие вот вечеринки, такие безопасные, с классной атмосферой, с друзьями, где ты точно знаешь, что, ну, не будет никакой такой кринжовой ситуации, да.